Дорогие друзья, всем привет! С вами снова Елена и добро пожаловать на мой канал. И у нас с вами снова распаковка китайских посылок для творчества. Здесь у нас с вами набор универсальный, совершенно разномастные товары. И давайте начнем. Все это я приобретала исключительно для творчества. Начнем с вот этой вот объемной посылочки. Вот такие у нее показатели. Число, когда заказывала, и число, когда получила. И это у нас силиконовый такой, мерный стакан. Он получается на 500 миллилитров. На пол-литра. Я, честно говоря, думала, что он будет поменьше. Ну, миллилитров на 200 или на 100. Ну, то есть совсем маленький и небольшого размера. Но он оказался большой. Это пищевой силикон. И вот здесь можно использовать его для того, чтобы наливать жидкое тесто, например. Я не знаю, я покупала его для эпоксидки, но теперь не знаю, куда буду использовать. Пока пусть лежит, может быть, пригодится. Качество хорошего, имеет форму сердечка, вроде как удобно его держать. Не слишком мягкий, не слишком жесткий, то есть качество нормальное. Есть линейка, она, по-моему, наклеена, а может быть напечатана, не знаю. Возможно, что напечатана. И, по-моему, она соответствует реальности. То есть он действительно на пол-литра. Но большой, я ожидала поменьше. Кстати, если вы знаете, может быть, ссылочки какие-то, где можно такие силиконовые стаканчики заказать, но поменьше размера, вот, ну, раза в 4 меньше. Небольшого объема, но тоже силиконовые, буду признательна за наводку. Вот, так что такой вот первый заказ. Дальше. Вот такой заказ. Когда он пришел ко мне, я не знаю, но, по-моему, пришел он вовремя, так что он не был бесплатным. Это вот такая вот таблетница. Заказываю их в основном для заливки эпоксидкой. Ну, либо здесь можно какую-то композицию сделать. Открывается вот так вот, нажимаете и все. Довольно-таки вместительная, но не глубокая. Высота бортика около 7 миллиметров. И здесь есть зеркальце. Все, уже отпечатки понаставила. Такая вот маленькая штучка. Следующий заказик вот такой вот. Давно его хотела все-таки оформить, но все долго-долго собиралась. В итоге наконец оформила, потому что на него снизилась цена. Когда я заказывала, цена была 21 рубль. С самого начала цена была выше 100 рублей. И это у нас вот такие заглушечки для сережек силиконовые. Оказалось, что я их уже заказывала, видимо, забыла из корзины удалить. И заказала, наверное, в третий раз уже. Так что у меня запас большой. Кстати, ссылочки все оставлю в инфобоксе под видео. Так, следующее. Вот такая вот. И это у нас такая штуковина для дизайна ногтей. Такая пленка с рисунком. Но я ее буду использовать не по назначению.
Вот, видите, какой у нее рисунок. Как такое кружево черное. Вот, очень красивый. Тоже не для ногтей, для творчества с эпоксидной смолой и полимерной глиной. Дальше. Дальше вот такая вот посылочка. И это у нас стеки, которые я тоже давно-давно что-то добавила в корзину, но все никак не решалась купить. И тут на них была скидка, тоже они стоили больше 150 рублей, но вот хоп, и уже, можно сказать, 50% скидка. А в пупырку завернул продавец, молодец. И вот такой наборчик. Очень классный прям набор, я вам скажу, свою цену оправдывает. Даже чересчур. Здесь получается, хоть они и пластиковые, но довольно хорошего качества. 4-5. Получается у нас 14 предметов. Вот, но для работы с глиной вполне пойдет что-то чуть-чуть где-то подправить, форму подредактировать. Что-то для миниатюр, где нужно совсем чуть-чуть. Видите, они, получается, каждая сторона у них разная. То есть даже несмотря на то, что их 14, получается, что их 28. Потому что с каждой стороны разная насадка. Да, вот здесь вот небольшой дефектик, но это можно отрезать. Вот такие, в общем, стеки. Следующая посылочка у нас вот такая. И это тоже стеки. Но уже вот такие вот большие и, можно сказать, практически профессиональные. Такой набор, да, он мне стоил 290 рублей, но, поверьте, я проверяла, в московских художественных магазинах я бы его купила не меньше, чем за 1000, а то и больше. Буквально вот в красном карандаше я видела этот набор за 1200. Так что, я думаю, вы меня понимаете. Он металлический, с деревянной ручкой, очень легкий и удобные универсальные насадки. Классный вообще. Они все деревянные, но, видите, немножко по цвету отличаются, наверное, из разных наборов. Как-то так получилось. Даже ручки по форме разные, видите. Эти закругленные, а здесь, ну, по-другому насадка надевается. Разного цвета, наверное, из разных наборов. Но ничего страшного. Вот такие концы. И с обратной стороны вот такие вот. Здесь получается 6 штук, разные концы, соответственно, 12 штук. Тоже считаю, что выгодно и за такую смешную цену. Не то, как если бы я купила этого в Москве. И последняя посылочка. Они одинаковые от одного продавца и одинаково совершенно стоили. Да. Это у нас искусственная травка. Вот такая вот. Так. И вот такая вот. Искусственная трава.
Она очень классная, очень приятная. Взяла, так сказать, на пробу. По-моему, ссылочка уже не активна, но я поищу, если все-таки найду, ссылку обязательно оставлю. Она очень классная, прям такая естественная. Ну и я думала, что квадратики будут покрупнее. Они вот такие вот небольшие. Наверное, 15 на 15, две штуки. Взяла на будущее. Но ворс, как вы видите, довольно-таки высокий. Где-то с миллиметров 5. То есть для композиции таких довольно внушительных. Можно, конечно, наверное, его подстричь. Ну, в общем, вот такая вот травка. Вот такой у меня был заказик, друзья. Надеюсь, было интересно. Обязательно подписывайтесь, кто не подписан. Ставьте пальчик вверх, оставляйте комментарии. И мы с вами увидимся в следующих видео. До новых встреч. Пока-пока.